Хейо, народ, вы находитесь на канале Zane Adventure, и сегодня у нас будет обзор на мой новый LEGO Custom Utahraptor. Utahraptor я делал не по какой-то игре или чему-то, какому-то фильму, по какой-то франшизе, а просто сделал научно достоверного Utahraptor. Ну, точнее, я надеюсь, что получился он у меня научно достоверным, потому что, на самом деле, возможно, у него получились неправильными перья на лапах и, может быть, хвост. Но все же я пытался сделать именно научно достоверного Utahraptor. Ну и что ж, давайте же приступим к обзору. Ну а перед началом обзора я, как обычно, хочу напомнить про свой Discord-сервер, ссылка на который находится в описании, где вы можете пообщаться со мной, поиграть в разные игры, в GVA, Minecraft, увидеть некоторые фото с рабочего процесса над моими новыми кастомами, увидеть кастом моих подписчиков и просто пообщаться со всеми нами. Ну а теперь переходим к обзору. Итак, что очевидно, я делал этого Utahraptor на базе LEGO Velociraptor, и, в принципе, давайте же посмотрим, что изменилось. Как вы можете увидеть, он очень сильно напоминает моего Allaraptor, то есть я ему точно так же сделал репозицию шеи, чтобы он выглядел более вытянутым, с более длинной шеей и, ну, более правильно. И также я ему немножечко выпрямил хвост и добавил на него таких вот перьев. Перья я, в принципе, покрасил вот так вот, то есть они тут с черненькими такими полосочками, но в остальном полностью коричневые, и также они снизу такие же. Также я сделал и на лапах ему вот такие же перья. Ну, а остальные детали перьев я сделал либо из глины и покрасил вот сухой кистью в темно-коричневый, либо нарисовал их вот так вот. Ноги я ему покрасил в немного голубовато-серый и добавил такие вот детальки чешуек. На лапах я таких не добавил. Ну и, в принципе, с другой стороны все точно так же. Также у него вокруг глаза есть небольшое темное пятно, а вокруг морды, который сделан тоже в голубовато-сером цвете, есть небольшая коричневая полоска, которая как раз таки отделяет его перья от кожи. Ну и когти у него черного цвета. Зубы, в принципе, что и так понятно, у него белые, и пасть у него вот такая вот карминовая. Ну и, в принципе, на этом про фигурку больше сказать особо нечего. Давайте теперь посмотрим, как она собирается. И эта фигурка состоит из 7 деталей, и давайте же начнем сборку. Присоединяем нижнюю челюсть к верхней. Готово. В принципе, можно ее закрыть, можно открыть. Открывается она вот прям вот вообще до сюда. Теперь поставим голову на тело. Присоединяем ее сюда. Готово. Поставим ему ноги, чтобы он мог стоять, левую и правую. И присоединим ему лапы, также правую и левую. И на этом фигурка готова. И теперь можно сравнить его размеры с другими фигурками. А для начала сравнения давайте поставим сюда человека, Оуэна. И как мы видим, тут пропорции соблюдены правильно. И Utahraptor, в принципе, в реальности по сравнению с человеком был бы таким же. То есть тут я постарался его сделать реально научно достоверным. И у меня, как я считаю, получилось. А что думаете вы насчет этого, можете написать в комментариях. Как вы знаете, Utahraptor были большими, от 5 до 7 метров вроде бы. И это были крупнейшие драмеозавриды, жившие на планете. И в принципе я постарался это передать тут. То есть если рапторы LEGO просто слишком большие, потому что LEGO так сделало, то Utahraptor очень большой, потому что он таким и был. Теперь давайте поставим для сравнения как раз таки LEGO Velociraptor. А именно моего кастомного Velociraptor из парка юрского периода 3, потому что он от легоского почти ничем не отличается. Ставим его вот сюда вот, и как вы можете увидеть, он гораздо короче, чем мой Utahraptor. То есть он где-то в полтора раза короче, но при этом чуть выше, чем он, потому что Utahraptor'у я удлинял шею, но за счет этого у него голова стала немножечко ниже. Теперь давайте поставим какого-нибудь другого раптора, например из прошлого обзора Дейнониха. Дейнониха — это еще один пернатый драмеозаврит в моей коллекции. Обожаю пернатых динозавров, и, в принципе, они будут не единственные у меня. Ставим их вот так вот рядом, и можем увидеть, что тут уже ситуация немного более схожая, потому что Дейноних всего лишь на одну голову короче, чем Utahraptor, потому что у него, так же как у Ютки, имеются вот такие вот перья на хвосте, хоть они и не такие длинные, как у Utahraptor, то есть, как вы можете увидеть тут. Но также у Utahraptor немного более длинный хвост. Но в остальном, как вы можете увидеть, у них очень много различий, например, у них перья на голове выглядит немного по-другому, и также перья на лапах тоже у них другие. Теперь давайте поставим еще одного пернатика, который связан с Utahraptor, а именно Utahzinoraptor. И тут вот уже, как мы можем увидеть, он будет гораздо выше, чем мой Utahraptor, но при этом будет почти такой же, как Дейноних по размеру. А выше он, как и во всех других случаях, из-за того, что у него есть такой вот большой гребень. И давайте же сразу сюда поставим второй компонент генетического состава Utahzinoraptor, а именно Синоцератопса. Ставим их вот так вот рядом, и у нас получается вот такое вот сравнение. Как мы можем увидеть, Utahraptor будет гораздо короче, чем Синоцератопс, но подлиннее много, чем Utahzinoraptor. И, в принципе, вот вы можете увидеть генетический состав гибрида и самого гибрида на одной картинке.
Ну а теперь давайте уберем Ютазинку и посмотрим его в сравнении с Синцератопсом. Ну и как я уже и сказал, Синцератопс будет побольше, чем Ютараптор. Он будет примерно на 1/5, я думаю, больше, чем Ютараптор. И, в принципе, оно так и должно быть, потому что Синцератопсы были явно крупнее, чем Ютарапторы. К тому же еще и гораздо массивнее. И под конец сравнения давайте поставим сюда Спинораптора, одного из моих самых больших дромеозаврид, который у меня есть. Ставим его вот сюда вот рядом, и можем увидеть, что даже несмотря на то, что у него нету перьев на хвосте, он будет почти такой же по длине, как Ютараптор. Конечно, он будет немного все-таки покороче, но в остальном он очень похож с ним по размерам. Но так же, как Ютазинораптор, да и в принципе остальные рапторы, он будет гораздо выше, потому что ему я и удлинил ноги, и сделал такой вот большой парус. Ну и на этом, думаю, сравнение можно закончить, теперь давайте посмотрим, как я делаю фигурку. Сначала я сделал репозицию в мушей и удлинил хвост, ну и в принципе добавил ему такие вот перья. На первом этапе больше особо ничего нету, кроме того, что я все разрезы заполнил фольгой, а дальше уже пошел скульпт. Из скульпта я ему залепил все части, которые я разрезал, и на этих местах я ему добавил перья. А также сделал немного дополнительных перьев ему на затылке и на ногах. После чего я зашкурил фигурку, стала она выглядеть более гладкой, но шкурил я только места стыков, а сами перья я ему не трогал, чтобы они выглядели рельефно. Далее я загрунтовал фигурку, в принципе тут ничего необычного, просто фигурка покрылась серым грунтом и все. Ну и потом я начал покраску, сначала покрасил его в основной цвет, потом начал добавлять ему серые детали, а именно лапы, ноги и голову. После чего я покрасил ему темно-серые элементы на ногах и пятна вокруг глаз. Ну и дальше начал добавлять детали перьев, то есть покрасил их в темно-коричневый цвет, перья выполненные из глины я покрасил ему сухой кистью, а потом начал добавлять больше деталей в виде черных полосочек на самих перьях. Ну и также нарисовал перышки ему по всему телу. Потом добавил ему деталей, то есть покрасил ему когти, нарисовал глаза, рот покрасил в красный, а зубы в белый. И на этом кастом готов. Ну а пока Ютараптор отдыхает в этом сугробе, я думаю, можно закончить этот обзор. Если вам понравилось это видео, то вы можете поставить ему лайк. Ну а если вы не хотите пропустить следующих видео на моем канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну а с вами был я, Zane Adventure. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.